Стой. Новогод, бери подарок любой, съебайся. Стой, только не смотри никуда, блядь. А то посохом выебу, нахуй. Куда ты мне в трусы суёшь? О, Колгейт, его тебе сорта прет говном, нахуй. Ох ты, сука. Это ты, блядь, скот, нахуй. Да я подарки под елку детишкам подложу. Егорка, ты ебанулась, что ли, блядь? Сейчас нормально будешь выглядеть. А вы камеру свою выключи. Мужчина, что вы делаете? Бьет, не охоти. Ты че? Это Сусара подошла, наряд. Сейчас такое начнется. Не снимайте. Хотели ваши пранки, да вот они же! Блядь, Снегурочка! Я потерял сегодня Деда Мороза, а? Он пошел поосикать! А он здесь уже, новогодний пиздатый ролик готовится! Я, блядь, новогодний веселый Дед Мороз, на! Подарок возьмешь? Дружище, руку суешь сюда, в мешок, любой подарок доставай! Так, как развязать? Блядь, развязи, ебаная Снегурка, блядь! Ты дура, нахуй! Закрывай глаза. Если ты достанешь палец, пообещай, что ты его возьмешь с собой. Давай. Большой черный самотык, блядь. Давай. Куда ты мне в трусы суешь? Опа! А что это у нас? Будешь ночью, блядь, при свете. Ля-ля, тополяна, все дела. Забирай. Швабра, давай. Швабра, закрывай глаза, швабра. Сейчас руку суешь и достаешь. Давай. Ну потому что ты похож на швабру. Ты что, в шубе? Он как Мишка, посмотри. Ты как гей, наверное. Как раз для тебя подарочек. Доставай, потлатая моя красавица. Шляпу достал, одевай, ковбой ты мой дорогой. Вот так и иди. Вот я новогодний пидорас. Ну что, пацаны, давайте. Рождественское настроение. Сейчас по салатику ебанил сверху, да? Да я, блядь, бомжар видел. Какой салатик? Ебать, я на стиле нахуй. Дурачки. На себя посмотри. Вы что, ебать, дурачки? Завтра мы это делаем. Сейчас мы тебя выберем нормально. Сейчас нормально будешь выглядеть. Пацаны, иди дальше. Я ж хорошо выглядел. Ты стой, остановись. Ты куда идешь? Куда я вообще? Документы. ПСО. Я тебе говорю, предъяви документы. Покажи. Федеральная служба охраны, блядь. Уважаемый, блядь. Предъяви документы. Сейчас мы наряд вызовем, вас задержим на 40 суток. Стой здесь, сейчас вызовем. Ну, вызывай. Сейчас вызовем. Абонент временно недоступен. Вызывали? Что случилось у вас? Короче говоря, ехал. Так. И строгую дым, и все. Ой, да ну все, что же без вариантов. Тут уже надо ключи отдавать. Здорово, дружище. Че, ты занят сейчас? А что хотел? А! Б. Б! Г! Я жду Никиту. Вы Никита, нет? Я Артем. От Никиты. От Никиты. Да. Мягкий знак. Ключи от машины. Ключи. Это козетка. Там. Там? Да. Закрывайте капот. Садитесь назад. Печка не работает, да, здесь? Здесь не работает сейчас. Мотор не работает. Печка не работает, ничего не работает человека. Машина стала. Хуй его знает, что за человек. Кто это, непонятно. Ну не косы. Ну Chevrolet, да, вот это стоит здесь на Тверской. Ну в утиль, наверное, да, сейчас будем в утиль ее. Мужчине выдадим девятку. Девятка подойдет вам? Нет. Не подойдет? Это машина. Ну тройку давай безлимитную ему дадим на метро. Безлимит на 3 месяца тройку подойдет вам? Дальше. У тебя же позывной кондитер? Нет? Позывной кондитер на втором посту стоит. На 3 месяца тройку и этот самый, и обеды бесплатные у нас будут. На обеды будете ходить бесплатно? Я не в Москве живу. В Коломе сделаем вам, и там будет столовка бесплатная, обеды и карта тройка. Сказали подойти предупредить, чтобы фуражка не слетела с одного удара. Просто будь наготове, реально. Сейчас могут скурочины прохуячить, реально. Ты знаешь. Все, тогда карту тройку безлимитку вам даем. Обеды бесплатно. Шевроле в утиль танк переедет сегодня его. Все, это не машина. Все. Сейчас я подойду до Банка Москвы, дойду. Вам выплатим 200 рублей за такси до дома. И все.
хоть здесь. Все, я кондитера предупредил. Смотри аккуратно, реально. Лепи свои булочки, да. Ладно. Пока смешно смеешься. Перед смертью не смеешься, знаешь ли, кондитер. Тот самый. Эй, бро! Специально для вас не русский Дед Мороз и пидораска. Не пидорасы. Руку суй, бля, мешок, доставай любой подарок. Любой нахуй. Ебасосину закрыл рукой и достал. Давай, давай, достал. Ох, ебать, одевай. Одевай, дружище, обязательно надо одеть. Это парик, бро. Бро. Посмотри, дедушка. Ты красавчик просто. Ты моя вторая фигурочка, let's go. Ты просто пушка, блядь, пушка. Ребята, всем здрасте. Залетаем. Нам бы одеть вот мальчика. Говорит, Новый год, хочу, блядь, поесть, все дела. А выглядит как чёрт. Давай подберем его что-нибудь. А что случилось? Я хочу узнать, откуда камера. Откуда, с магазина? Замечательно. Проблем нет никаких, я же просто знакомлюсь с вами. А, ну все, да. Сейчас надо пацана одеть, посмотрите. Да, мы сейчас штаны быстро купим. Да. Все. А вы камеру свою выключите. Если камера нечаянно упадет, то я не отключу. Мужчина, что вы делаете? Мужчина, вы что, нормально? Я не понимаю. Мы уже возьмем джинсы, да? Не, ну что он хочет работать? Вызывай ответственного. Ты его толкал. Съемка. Мы зашли. Профессиональная съемка. Какая профессиональная? Профессиональная камера. Посмотрите, Вадик, у меня просто обморожение пальцев. Мужчина, идите нахуй отсюда, блядь. Правильно? Нахуй. Ты что, блядь? Ты что, блядь? Пизди его, пизди. А что ты за него? Так, залетим на стол. Пивка для рывка, есть его? Ладно, я не бухаю, не снимай. Сейчас, если кто-то рассказывает классный стих, большой, тяжелый, интересный, то я дарю от себя личный подарок каждому из вас. Давай. Вы знали, кого спросить? Конечно, это же учительница по литературе, сразу видно. Мне очень страшно высоко взлететь. Мне очень страшно здесь остаться. Мне очень страшно так сильно испугаться, что замерзнуть, охладеть и лишь безмолвно улыбаться, наблюдая череду чужих побед. Не, ну это бесспорно, лопатка. Однозначно вы зарабатываете лопатку, да. Зубкайте меня тоже. Дайте ему карту. А можно я просто спешу. Можете меня сфоткать, я сейчас спешу просто. На фоне Гены. Сфоткайте, я спешу. Не, подожди. Блядь, отойди. Ты, блядь. Я тебя подошел, попросил. Ты что, долбоёб? Ты что? Ты кому? Уйди. Вам тачку дарю. Дорогая машина. Машинка. Да, в новом году. Девушки там. Расческа для волос. Это вам расческа, да. Так, а это что за... Это платье вам. Да. И красивое. Да. Да. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Всем хорошего настроения. И 500 рублей давайте. Ну, да, 500 рублей, извините. Нет, это не снимай, Давайте деньги сюда. Это по 100 рублей все стоит. На кону Новый год, да. Поздравить всех детишек. С наступающим, блядь. С наступающим, ебаный в рот. Всем счастья, здоровья, ебать, бороду одень, а овца, блядь. Бороду одень. Завали ебал. Стой. Новый год, ебать. Новым годом поздравить хочу, и чё это, блядь. Куда съебаешься? В натуре, ты чё, ебать, не свой, но ты чё, ебать, с этого приехал, в натуре с Марса. Слышь, короче, подарок дарю тебе, берешь, ебать, и всё, и можешь съебываться, ладно? Так, чисто скажешь спасибо, Дед Мороз, ты заебись, пацан. Ладно, да, на то, как тебя зовут, Стас? Саня. Саня, ебать, его в рот. Саня, как обоссаня. Ты не обоссался. Ебать, я куры хуярю. Ебасосину туда суешь одну. Ну, руку я имею в виду. Достаешь, ебать, любой подарок. Абсолютно. Но. Для начала, ебать, твои глазки закрываются, то я могу закрыть навечно, если будешь смотреть. Ладно, договорились, ебать его в рот. Там бутылка чекушки, нахуй, ее не брать, блядь. Это для дяди Славы, нахуй. Слышу клешню, нахуй. Любой подарок, ебать, смотри, не это. Мышеловка там еще, ебать. Ебать, снеговик, нахуй. Тебе фартит, бро. Спасибо. Это золотой снеговик.
Это для девушек больше, ну ты понял, писит туда-сюда, на. Да, держи, ебать. Подари с подруги своей, давай, да, дома не дрочи, хуй соси, все. Иди к папочке, блядь. Последний штрих, братан. Перцовый. Разок в еблет и ты омлет. Фоткай меня даже. Заебал, блядь, ты долбоёб, что ли? Фоткай меня, первый я пойду. Я, блядь, не спешу, нахуй. Ты реально еблан? Ты баран, ты не знаешь, что я, ты что, не знаешь, что я, нахуй? Нет, я не знаю, что ты. Что, долбоёб, что нервный такой, нахуй? Что такое? Меня первым фоткать должны. Я хочу сфоткаться, а он зашёл. Да, а он, эта сушера подошла, наверное. Ты такие, как из рук, без рук. Я без рук, я её просто, я, ты кукуруза, ты сосал хуй. Да, ты сосал, нюхал, ты сосал хуй и слезал в жопу у негра. Давайте, он сосал хуй у негра. Ну, что, вот если он сосал хуй у негра, ты, блядь, отсоси у бегемота, блядь. Он кошек ебет в жопу, нахуй. Дай ему вертуху в голову, ебни ему, чтобы он... Он сейчас в кому уедет, ну реально, зачем вам эти проблемы? Ребят, можешь ему леща ебнуть, чтобы он попомер здесь, нахуй? Отойди с елки. А да, давай вдвоем. А, ну, в принципе, вдвоем, да, можно, пацаны. А, разблокируем. А, тот бок, нахуй. Что мы ругаемся, типа, конечно, Новый год же, блядь. Открыли, да? Ух ты, сука! Это ты был, блядь? Иди сюда, нахуй. Ты, блядь. Ты че, блядь, моя снегурка, а, сука, цепляешь, блядь, ты? Скотина, ты охерел, что ли? Скотина, ёптовая мать. Ты охерел, что ли? Ты чё меня толкнул, ёпт? Может, тебе подарком дать поебал? Ты её за жопу хапнул? Хапнул. И не пиздишь, этого не было, блядь. Ты когда принимал заказ, взял её за жопу возле барной стойки. Я помню этот момент. Я надену на тебя сейчас шапку, пойдёшь ебашить, нахуй, ночью под ёлкой. Детишек развлекать ты будешь, нахуй? Или мне тебе подарок дать? Или посохом переебать? Будь добр, возьми любой подарок, чтобы я тебя здесь не видел. Давай. Ну чё ты крылья взял? Блять, крылья символизируют поебал удачи. Ты понимаешь это, нет? Давай другой подарок. Ай, смотри, фалос не возьми, ёб, на всю жизнь дураком останешься. Вот, достали. О, мотоцикл, ебать. Чтоб ты писал, как ты пикал. Давай, не хворай. Одень крылья и сядь на мотоцикл, улетишь, ебать, в небеса, в космос. Всем хорошего дня, ебать. Сосочки вырезать. Черт, да я же делаю Канье. На мне рваный свитер, Канье. Берем. Не, стой. Огонь. Черт, да я же белый кобот, на как бы преобразовались, а вам нравится такая тема? Это какой размер? Элька, вот это, да? А это ботинки, да? А это что? Это джемпера мужские. Ну да, можно еще эту штуку. Итого у вас вышло 28 320. Девушка, пройдите еще рубашку. Кому? Ну, туда, в чек. Какой чек? И кто? Бля, возьми рубашку. Пробейте, пожалуйста. Ты что, ебать? Дебил? Тормози, блядь. Пробейте, пожалуйста. Иди домой. Что, если я... Ребята! Ты что? Чувак, у тебя Новый год, да, тебе заебись? Да. Бля, денег нет. Ну, иди посевай, по... Иди посевай, блядь. Нет, вот так, да, ты нахуй? Я тебе могу одну рубашку пробить, еще ебало набить там за углом. Ну, не знаю, скинься с охранником, выиграешь, я тебе рубашку куплю. Все, ты выиграл? Он одну рубашку выиграл. Рубашечку мне? Обнял. Ну да. Зимы, ну, блядь. Сходу я одену. Ну, одень, да, сразу. Можешь на свитер. Это женская. А, женская? Вы сами сказали, пойдите женскую рубашку. Я женская сказал? Ты женская сказал. Ты пидор, да? Нет. Ты он пидор, блядь, оказывается. Я ему рубашку купил женскую. Это ваши проблемы. Но мы просто геи, реально. Пацаны, что стоите? Помогите, блядь! Ёбаный в рот! Да ты, блядь! За задний? Да нет, тут нормально! Чисто! Сейчас такое начнется, это пиздец, ребята, это просто пушка, не выключаем нам! О, блядь, дружище, ебать, натуре тебя чуть не переебал мешком, чуть не сдох, нахуй. Слушай, суешь руку, блядь, достаешь любой подарок, на все, что хочешь, на твое усмотрение. Здесь ключи есть от BMW, от Audi A8 и от Lambo, нахуй. Давай. Стой, только не смотри никуда, блядь. А то посохом выебу, нахуй, давай. О, Colgate, ебать, тебе сорта прям говном, нахуй. Ты в натуре говноед. Это знак, бро. Это знак, а ты говна нажрался, нахуй. Помойся, ёпта, давай, удачи тебе, брат. Стой, блядь.
Братан, попал в тебя, блядь. Ах ты, сука. Да я от него хотел, блядь. Извини, извини, блядь, братан. Это он. Да, это он, блядь. Да он. Это он, нахуй. Ах ты, сука. Это ты, блядь, был, нахуй, а? Куда ты, блядь, ебался, а? Под елкой, сука, за жопу я все равно хапнул, а? Да, это мы работаем. Скот ты, блядь, скот, нахуй, я тебя нашел. Я сразу. Ее, я свою снегурку, нахуй. Иди сюда, блядь. Вот ты, смотри ей в глаза. Это он, вот. Ты, блядь, вы меня ты по лицу пичкой хотел ударить. Ты по лбу своим посохом хотел ей дать. Да, все, у тебя есть посох краснучий такой. Стой, дружище, ее. Бери подарок любой, съебывайся уже, на то пошло, блядь, реально. Спасибо. Давай, любой, нет, друж, ну ты обижаешь меня, ты вызываешь меня на бой, блядь, что ли, девер или клад. Давай, не будем. Любую подарок, руку за что? Любой, бесплатно, я не возьму с тебя ни копейки, ни хуя, куртку оставлю, даже не сниму с тебя. Давай, любой подарок. Ну, вот тебе картонка, ёпт. Дружище, ты выиграл картонку. Спасибо. Давай, удачи тебе. Бро, хороший, отличный подарок на Новый год, бля. Ебать, злой Дед Мороз. Че, почитать новогоднее есть что, ебать? Нихуя подобного, да? В натуре, давай заколдую тебя, тепло станет. Заколдуем тебя. Он просто сегодня с утра заколдовал. Да, давай я тебя заколдую. Ну реально, давай иди сюда. Сейчас да, тепло да. станет. Нет, ну, вот ты ж Дед Мороз, наоборот, ты сам. Нет. Вот так надо колдовать, вот ну, так. Ну вот это колдовать надо, чтобы ты на коленях. Сегодня мы решили наказать одного очень плохого парня. И сейчас вы увидите, что мы с ним сделаем. Погнали, погнали. Быстрее, быстрее. Чё, ебать, черт ебаный, а? Да он, сука, блядь, хайпануть решил. Без елки, его нихуя тебе елка. А что там нахуй нас под низом нахуй? А? Что там, блядь, под низом? А что ты меня тянешь, блядь? Отставь меня, ты что меня тянешь, блядь? Да ребят, я подарки под елку. Да, да я подарки под елку детишкам подложу, нахуй. Снегурка, ты ебанулась, что ли, блядь? Значит, заберу. Что, может, по подарочку хуйнять? Давай, давай, давай. Вот девушные пачки. Сера так и прет с ушей, в натуре грязный черт. Мойся на здоровье. Дед Мороз никого не обидит, да? Ручки свои суем, достаем подарок. Меч не трогай, это мой меч. Во, смотри, это вы, Робби и Бобби, блядь. Давай ты тебе на полочку положишь. Оп. О, помой свой рот. Вонючий человек, ебать. Обязательно надо заливать все сейчас прям в рот, ребята. Но это уже не уважение. Конечно, да, ебашь прям в горлань, нахуй. Хуярь, давай, братан, давай, ты давай. Будешь пахнуть, как кормит малина, нахуй. Пей ее, блядь. Ладно, шучу, это сполосни рот и дай девушке пососаться. Все будет круто. Давай, братан. Надо шлюху? Да, конечно. Бля, видишь, это опасная хуйня. Вообще, ты в курсе? Да ну, да. Нет, я страшно ушел. Ебать, Миша! Ебать, Миша! Ебать, Миша! Ебать, Миша! Ебать, Миша! Слышь ты, стой, ты именно, блядь, да стой, ты слышь меня? Слышь? Будь счастлив в новом году, в 2019-м. Любите друг друга, не обижай никого. И люби жену свою, ладно? Давай, удачи тебе. Бро, ладно? Давай. Слышь? Давай в ладушки хуйнем здесь. Давай. Ладушки, ладушки были мы у бабушки. Чай и кофе пили. Йо, в ебасочину получили мы. Блядь, дядя! Пожалуйста!
Бежи, ну нахуй, блин! Ну как вам, а? Нравятся такие игры? Записывай номер. 8-800-345-55. Звонок бесплатный, горячая линия. Так-то, блядь, ебать ты чмо. Как пьеса такой был? Ты, блядь, сука, снял контент и обосрался, нахуй. По машинам, блядь! Ну что, вам понравились наши брачные игры, а? Выбирайте следующего блогера в наш смертельный шар. Давайте, пишите в комментариях свои предложения, и мы его выявим. И мы его заберем. Заберем и засунем сюда на силу. И не только это, у нас много всяких разных приколюк в запасе в карманах. Будьте готовы, парни. Ну нормально, нормально. Спереди теперь ты. Так я ж по полу почти еду, Миша! Обе это поясники. Думаешь, как за машину встанем? Занял я все место. Подвинься чуть-чуть, ебать. Развлечение! Ебать тачку! Что я на жопе еду? Я на жопе еду! Стой, блядь! Я на жопе! Сука! Здрасте. Сказали, у вас отличная вот эта витрина. Я спортсмен, мастер спорта по отжиманиям. И пришел отжаться. У нас клиенты, пожалуйста. Не-не-не, вы услышали меня, да? Что мастер спорта? Я понимаю. Вы же знаете, да? Что здесь тренировка сейчас будет проходить. Нет, никакой. Да, я вам просто говорю сразу, что если вы не обладаете боевыми искусствами никакими, лучше вам уйти. Потому что пацаны подъедут и вырубят вас сейчас. Хорошо? Серьезно? Да. Договорились? Конечно. Да. Сразу просто предупреждаю. Берегите свою голову. Эй, вы, стой! Новый год, ебать! Я тебе подарок подарить хочу. С Новым годом, братан! Подарок любой бери с мешка, бесплатно. Пиздец, блядь. Никто не хочет. Дружище, с Новым годом, слушай. Подержи мешок, просто постой здесь, иди сюда. Иди сюда. Да, иди сюда. Просто вот здесь постой, сейчас я быстро все сделаю, иди сюда. А. Да. Накидайся. Ты держишь мешок, нет? Давай. Не шевелись! Ты мешок держишь? Господи, да! Я тебя сюда перерубил! Что, снимать? Не снимайте! Что, снимайте, блядь, все, а? Ты что, снимаешь, что ли? Я не понял! Что? Это Алексей Воробьев! Кто это? Ты что это? Не важно. Девчонки, это клево! Ну капец, откуда я знал? Какой классный, нет? А? Он не знает, кто такой Эдвард Билл? Нет? Да, не знаю, может нет, знает. Нет, конечно. Кто? Эдвард Билл, это пранкер. На миллионную аудиторию контент. Да, да. Какой, где ваша камера? Какая нахрен миллионная? Раз, два. Раз, два. Ты что это? А что, он не верит? Что, не верит? Он не верит, что он не знает, что ты очень популярный сейчас. Ну ладно. Да? Да. Очень хайп. Блять, у меня аж рука замерзла. Откуда он поехал, кондонище, блядь? Ты подтяни меня! Миша, за что держаться, блядь? Блядь, красный! Вау! Миша, ты, сука, все занимаешь, все место, блядь, жид ебаный! А че я перчатки не одел, ебать? Ебать! Бам! Ём-бам! Меня рот ебать! Это пиздец! С Новым годом, бро, стой, останови! Подарок любой бери к себе! Руку засовывай, любой подарок доставай! Достал флаг российский! А значит, ты кто? Ты патриот, ебать его! Стой, подожди! Возьми мешок в одну руку! Давай, вот в эту! А теперь, вот так вот берешь,
со всего размаху. Как у еды по горбою, что она охуела ж, брать. Да, давай, ебашь. Сильнее, блядь, сильнее. Да сильнее размахнись. Давай, ебашь по горбу. На, мразь, нахуй. Сука. Можешь ей въебало дать? Ну так, чисто символически. Ладно, еще разок и хватит, давай. Разворачивайся. На, сука, мразь. Все, теперь я нахуй. Все, ладно, бро, ты справился, красавчик. Теперь ты подержи, дай ему ебало набью. Ну что, ребят, я благодарен вам, что вы посмотрели этот пранк, этот новый ролик, который вышел на моем новом канале. И что самое главное, как обычно, по традиции, я попрошу вас подписаться на мой инстаграм. Вы спросите, братан, верни жесть ту, которая была раньше. Ни для кого не секрет, что жесткий контент банят. И очень-очень жестко к этому относятся. Так что это не пропускают ни в какие соцсети, кроме моего телеграм-канала. А также инстаграм, тот самый, где вы видите первые все, что выходит на моем ютуб-канале. Если вам нравится вот этот стиль, вы просто ставите лайк, поддерживаете меня, пишите любой комментарий, и тот самый Эдвард Билл возвращается на просторы ютуба. Всем спасибо. Всем удачи и пока.